преступник не уйдет. Сержант на дежурстве. Преступный мир наносит удар. Выбирай, куда отправимся в первую очередь. Для сбора улик воспользуемся лупой криминалиста. Возьми лупу и осмотри все место преступления. Найди улики. Что-то есть. Ага, это улика. Приобщим улику к делу. Что это? Улика найдена. Приобщим улику к делу. Посмотрим, посмотрим. Что-то есть. А вот и улика. Приобщим улику к делу. Что это? Ага, это улика. Приобщим улику к делу. Посмотрим, посмотрим. Что-то есть. Что это? Посмотрим, посмотрим. Найденные улики доказывают вину злодея. Продолжаем наше расследование. Исследуй окрестности и найди преступный след. Начни искать рядом со мной. Детектив идет по следу. Преступление будет раскрыто. Преступник не уйдет. Преступник не уйдет. Преступление будет раскрыто. Преступление будет раскрыто. От правосудия не уйти. Ага, здесь преступник остановился. Он спрятался где-то рядом. След обрывается в этом квартале. Слежка – важный элемент любого расследования. Сделаем фотографии преступника и приобщим их к делу. Найди и сфотографируй того, кто похож на фоторобот. Этот гражданин не похож на преступника. Фотографии не совпадают с фотороботом. Ага, вот где ты прячешься. Нет, мы ищем другого. Мы выследили преступника. Теперь организуем засаду.